И вы понимаете, что это действительно клево, когда тебе помогают. Я просто пришел сюда, на улицу Дружбы, 33, ради того, чтобы рано или поздно мой замечательный и офигенивательный Ford Taurus показался вам в том виде, в котором вы его рано или поздно купите. А может быть, и не купите, потому что машине, которой 23 года и которая будет сделана в новом цвете, я думаю, что, может быть, даже и продавать там мне его и не надо будет, потому что я знаю, где на него запчасти найти. А кто мне помог? Вот подбор автоэмали здесь, на улице Дружбы, 33. Сделали супер. 12 литров. И цена-то вопроса 12 с небольшим тысяч рублей. А какое здесь качество? А вот для этого мы зайдем вовнутрь. Вы знаете, а ведь есть такое понятие, как благодарность. А как по-другому-то? Да потому как благодарность от телевидения творит чудеса. А благодарность от моего лица, и этого более чем достаточно. Да потому что крендели не понимают, что я работаю для вас, обыкновенные горожане. А минимальная сумма оплаты — это то, что покрывает эфир. Ну да ладно. Так вот, не каждому дано дать мне краски, и не каждый получит вот такой результат. А по сути здесь все просто. Для людей здесь море чего из краски, и море продуктов, и исключительно низкие цены. Да потому что здесь все так. Хочешь заработать много — работай по минимуму. И это правило. Зато торгуй по максимуму. Но чтобы понять, как это делается, надо подумать, что же такое Китай. Да потому как так работает самый крутой и правильный поставщик всего чего для всех, кому что надо. А нам теперь уже надо понять, как это делается то. Вот рано или поздно, но все-таки, наверное, в этом-то году снег посыпет. Хотя не каждому дано в конце ноября месяца вот так вам рассказывать, где вы можете купить отличную автоэмали. Подбор автоэмали Дружба 33. Покупаете эмаль для вашего питомца, и после того, как вы его покрасите, он вам еще будет долго служить.